Princess Connect, Redive, 53-й эпизод. И что, пора менять одну эльфийку блондинистую на другую блондинистую эльфийку. Боже, как же я этого ждал. Серьезно. Во-первых, это лучший персонаж игры. Во-вторых, это просто шикарный персонаж по дизайну, да и сам по себе. У меня на рабочем столе сейчас стоит с начала лета. Теперь здесь могу поставить. Ну чё? Кстати, про Мифу её никто не знает, типа, есть от неё смысл или нет. Типа, я думаю, что нету обычно таких персонажей, нету смысла их с точки зрения игры. Ну, опять же, да, у меня больше запас золота, я, типа, выбить рассчитываю в любом случае, типа. Я даже хотел бы двоих выбить. Я не то, что знаю вот эту, но особо. У меня даже обычной версии с луком не прокачанной нету. Хотя, кстати, сейчас скачаю по чуть-чуть, потому что у нее шестерка есть. Скупаю ее фрагменты. Просто от того, что все остальное я скупил уже. Да ради летней Сарраны вообще ничего не жалко. Типа... Ради летний саран. И золото не жалко, на самом деле. Но благо у меня его достаточно и так. Ну чё, поехали. Ну, опять же, я не рассчитываю выбить быстро. Я, в данном случае, даже не против спарк реально потратить, чтобы мне все остальное выпало. Ну... Ну, кстати, не так плохо, 4 золота, это прилично. Типа, много очков. А, еще да, вот эта же штука. Тоже полезная. Стоп, разве Саран оружие нельзя прокачивать? Там, по-моему, нужно ей прокачать оружие только на один уровень. И не трогать его вообще. Насколько я знаю, по гайдам. Ну, нормально, нормально. Вот с Юи я, кстати, уже обосрался. Типа, у меня вкачано оружие очень сильно, а нужно тоже на первом уровне держать было. О, кто-то новенький. Даре деска. Хорошо, хорошо, я доволен. Я доволен. Мне выпал, типа, персонаж, типа, которого, может быть, и так выбивал бы. Просто для красоты. Так что, это хорошо, это хорошо. Да, ранг не выше 14-го. И звезды вроде не качаются. На тройке держать. Ну, опять же, 50 точно нужно для оружия начального, так что... Хорошо. О, фига себе! Нормально, нормально подъехала.
А ой, стоп, она... Она перманентная, да? Просто я ее не выбивал. Когда у нее был этот рейтап, да? Она мне просто выпала. Ну, нормально, типа. Она, кстати, даже, по-моему, не бесполезная. Вроде у нее не самые плохие... Ну, типа, она не из лучших, но, типа, она и не совсем бесполезная. Вот, да, Рус, я тоже слышал, что она, в принципе, ничего. Я, типа, качаю, само собой, Аой, которая переведенная ученица, потому что у нее лучший минус армор в игре сейчас. Вот, она, типа, СС даже ранг имеет в определенных шкалах, да, для боссов. Так, и еще было... А, окей, ладно, еще одна. Ну, 50 этих. Нормально. Я уверен, кстати, на самом деле у Саран, типа, куда ниже шанс выпадения, потому что они знают, насколько это ценный персонаж. Типа, ну, эти проценты лживые. Нихуя себе! Я, блин, я вообще хоть раз получал первое? Вау! Вообще, эта раздача была супер удачливой. Две радужных, несколько золотых, еще и первое место. Там сколько мне дадут? 20, что ли? 40! Охереть, я уже набралась, не нужно качать до конца. Да, наконец-таки, а то меня что-то душили последние. Кроме Киару, которая мне выпала 7 раз, по-моему. Или сколько она мне выпала, помните, да? Да что ж такое, пацаны? Я не верю своим глазам. So... Это она! Нет. А, кстати, Касуми вроде тоже неплохая. Кстати, самое тупое, у меня нет оригинальной Касуми. Типа, реально. У меня нет обычной Касуми, она сильная, хочу обычную Касуми тоже. А Касуми купальник я, кстати, не помню, насколько она полезная. Я знаю, что волшебница супер крутая, она у меня есть для арены. И обычная крутая, но у меня ее нет. Да ну нахер! Я, походу, сегодня вынесу гачу. Are you winning? Yes, I'm winning. О, finally! Я просто хотел ее себе. Она мне, кстати, на рабочем стоя стреляла до Сара. Офигенно. Теперь у меня Куроэ-кун есть. Блин, а мне нравится этот арт, капец, он классный. Он вроде обычный, но, блин... Наверное, дело в ноге. Я уверен, дело в ноге. Как я уже говорил, блондинистые эльфийки в приконе чересчур хороши. Ну, сейчас, да, должно пойти немножко в пролетных. Все же больно мне везло. Thank you.
Нет, недавно вышло на английском. Я на обоих серверах играю. Это английский, это японский. Сюжет проходить, типа, он тут есть. А так девочек выбивать и качать их. Ну, прокачка, да, типа, и с точки зрения геймплея это просто прокачка, типа, тратишь энергию, выбиваешь оружие, качаешь уровни, апаешь ранги, там звезды набираешь. Все в таком духе. Функционал довольно большой, на самом деле. Каждый день уходит по полтора часа, наверное. А то и больше. Ну, я, правда, сразу на двух аккаунтах играю. Так, это повторка, но все равно трешка. 50 хотят. О, ну нифига себе, аж две выпало, обе повторки. Блин, обидно даже что-то. Стоп, у меня была джета, я даже не помнил этого. Ну, типа, пофиг на нее. Ну, не он, да, есть. Она у меня не прокачана. Кстати, я все смеюсь с Арина, типа, ее так занизили. А я, блин, не он частенько выношу своего уровня. Которые тоже через фаст разрядку дэмэджа играют. Так что я считаю, что ее слишком перестали ценить после того, как неон появилась. А учитывая, что ее куда проще получить, да, типа скупать фрагменты, типа, я все еще считаю, что она довольно актуальна. Ну да, мне аж две только что выпали, еще бы. Кстати, Сара нету до сих пор, я уже прилично накрутил, так что реально. Видимо, придется со спарка брать, такое ощущение. Ну, правда, еще половина, но все уже. Мне слишком везло в начале, чтобы продолжало так сильно вести. Внутриигровая валюта, которую можно купить за реальные. Но я ни копейки не тратил. Все, что я тратил, это время. Время реально немало. Как я и говорю, каждый день час-полтора. А когда ивенты, и того больше иногда. Блин, опять повторка. И золота много. Но опять же, это хорошо для кристаллов. А вот оказывается, волшебница, эх бы обычную выбить. Ну, а арена в том числе нужна, Рус, конечно же. Почему бы ее не ставить на арену? Персонаж, который, блин, ТП в сети поднимает.
в макбилд какой-нибудь с Юи, с Сузуной, когда ставишь... Ой, Хатсуной ставишь вместе. Вместо Луны какой-нибудь. Или вместо Анны. Да, лучше вместо Анны. О-о-о! А вот это сейчас может быть и Сарен уже. Я уже, в принципе, буду доволен. Воу-воу-воу-воу! Так, сразу же, первая. Первая пошла и... А, повторка. Кстати, у нее сейчас ивент проходит, но я в него не играю, потому что там было увеличение дропа X2. Оно закончится, и пойду ивент пройду. Ну, кто же это? Это она! Of course! Best girl here! Блин, какая же она охеренная. Прямо очень сильно зашел ее дизайн здесь. Не, ну то есть честно, типа, Сарен я выбил довольно сложно. То есть я потратил почти... Я почти до Спарка дошел. Но мне реально много везло на... Просто цветных. Что новых, что старых. Там довольно неплохие персонажи именно падали из новых. Сто пятьдесят. Ну то есть 15 раз я прокрутил, это реально не так уж и мало. Типа. Спасибо. Амигета. Спасибо за донат, Медакс, с сердечком и за поздравление. Ну что ж, я не вижу смысла еще 5 раз крутить, чтобы взять Спарк на плюс 50 штуковины этой кристаллов этих. Так что и эту я тоже выпил. Сузуна краски, ее, по-моему, зовут. Я постоянно хочу Хатсуна Сузуной называть. Вот, ну и да, конечно, главное это Сарен. Кстати, я сейчас попробую про Мифую узнать, вдруг от нее... Сейчас, секундочку. Я не... Вряд ли, конечно, еще информация про нее появилась, но я попробую. Мэ. Да, нет, только Мифую Самара есть. Не знаю. Так, кстати, да, опять же, если что, кому интересно, тут я... Вышла новый эквип, да, само собой, поэтому я его сейчас потихонечку на всех надеваю. В принципе, на большинство одел. А, ее вроде советовали на 20-м подержать, поэтому держу. Дошел, кстати, до 84 уровня, и теперь у меня персонажи, которые, ну, через шарик апнуты были. Ну, за халявный шарик или там еще как-то. Типа все. Я их не качаю больше. Типа вот. Один раз я им случайно уровень повысил по привычке, но все, типа, больше не качаю. Так, Мифую так себе, ну, как я и думал. Такие персонажи редко бывают сильными, прям. Я заметил, что такие ивентовые персонажи чисто для фанов.
Такс. Так что да, у меня реально раз, два и... Ну, ты, конечно, бесполезная, Куроя, да, как персонаж, но все равно, типа, приятно ее иметь. Теперь у меня все на Кайоши, кстати, есть. Притом, по-моему, во всех видах. А, нет, ее я не брал в фестивальную, да, ее нужно было выбивать специально. Кстати, Юни фестивальной до сих пор нету. Странная фигня. А, ну и да, само собой, это выпало аж два раза. Так, ну я сейчас пойду сверяться, конечно. Тут не обосраться нужно. Ключевой персонаж. Ну, 14-й, я помню, но все равно я перепроверю. Да, Саран Саммер. Звезды либо 3, либо 5 написано. Хм, странно. Ну, уровень 14-й, 100%. Так что да, 14 уровень я и беру спокойно. Четырнадцать, ноль ошибок. Также уровень прокачать. Так, и одежку всю, наверное, да, одеть? Типа, иногда бывает, что не рекомендуют что-то надеть, что-то нет. Я, типа... Типа, прикольно, конечно, в некоторых моментах странная игра из-за вот этих приколюх. Ну вот эта штука ТП дает, наверное, нужна все-таки. Это еще, ну это какое-то другое, это, блин, меня раздражает, что тут есть три вида отдавания ТП. И... Так а как ее повысить без одевания? Черт, неудобно, нет такой кнопки. Надо про одежду уточнить. Пока на первом подержу. Ну, типа, поднять уровень всегда можно, а вот опустить его нет. Боже, реально, как долго не надевать шмотки и прокачать перса так долго. Ужас. Неужели нет функции раздельной? Блять, а раньше написать нельзя, где есть. Вот типа тут кнопка все оденешь. Вот, например, как мне прокачать. И как я это сделаю? Не вижу нихера. Или вот, вот... А, вот, сюда нажать. Окей, окей. Я увидел слово level. Окей, не подумал.
Блин, я теперь буду знать тогда, как мне кокора повышать, а то я задолбался каждый раз вручную все прокликивать. Там тоже не все одежки нужно иметь было. Так, ну вот это, мне кажется, кольцо нужно будет одеть, но я уточню. Вроде на кокора ему, но где она у меня, кстати? Она что же на 14-м? Да-да, вот у нее вот это кольцо, притом на 3 заряженное только. Так что да, это кольцо надо одевать. И тоже на 3 зарядить. А, недавно, понятно. Такс. Я потерял. А, да, я же ее повысил, блин, еще внизу, где я раньше. Она же повышенная сейчас. У них был ивент с Резера, так что да, есть. Рэм, Рам и Эмилия. Сейчас открою. Сарен. Ну чё, сама. Не, ну Рэм, конечно. Хотя Рэм во втором сезоне хорошо раскрылась. И Эмилия хорошо раскрылась. А... Чё там мне эквип даёт? А, он как раз таки эквип и дает шкалу союзников. Да, он больше дополняет шкалы больше и еще повышает физический и магический урон. Так что вот он что дает. Улучшает основной скилл как раз таки. Блин, конечно, у него реально бафы просто неадекватные. Блин, у Сарена реально, типа, все персонажи чересчур сильные. Типа, у нее стандартная версия имба, летняя имба и рождественская очень сильная. Типа, у меня рождественская сейчас это основной танк, по сути, потому что она дает бафы всем рядом стоящим для атаки. То, что надо, как говорится. Ну, для физической, там, Аканы какой-нибудь. Сарен использует свой первый скилл только один раз за локацию фазу. А-а-а, серьезно? Я, кстати, не знал. Лол, она на боссах тогда, по идее, не так должна быть хороша, наверное. Хотя бафы все равно, конечно, крутые. Но, типа, на арене это куда ощутимее. Потому что на арене обычно все за один на ульты заканчивается. Не, да, понятно, что он чертовски имбовый. И так... Ну да, неплохое бафы дает. Но типа это уже... Типа, у Кокора условно ульта не хуже. Принцессы, я имею в виду, само собой. А вот, конечно, шкалу всем заполнять союзником для арены, это реально имба. Для некоторых билдов особенности. Где не один персонаж бафается, а типа сразу там два, а то и три персонажа. Как я и сказал, да, Юи, Хацуне, например, да, вот. Чтобы два ульта по всем сразу пролетали и все умирали. Я, может быть, сегодня уже опробую. Так, еще надо эту прокачать. Может быть, ну я не знаю, надо ураганщика спросить будет. Имеет ли смысл читать эти штуки, потому что мы Сарен читали оригинальную, но рождественскую, кстати, мы не читали. Я сейчас после... А, стоп, а где... Эй, а где сценка? What? Нет, это говно, я проебал сценку, по-моему, только что.
Стоп, а почему я сам не могу выбрать, что я хочу ей дать? Почему за меня игра выбирает? Why? Странно, это работает теперь. Ладно, ладно. Wait, what? А чё, чё за... Я не понимаю ваш японский, челы. У вас же должна быть сценка здесь. What the fuck? Где сок... я в бешенстве. У меня еще и принтскрин не сработал. Что нахер? А, блин, я его в папку другую. Fuck. Черт, а как? Тут же все на японском. Fucking shit. Где эти настройки, ты знаешь? Типа, это какая из этих настроек, мать их? Ёбаный рот этого казино, серьезно. Да, реально. Я реально ничего не могу с этим поделать. В смысле в профиле, Никита? А, персонаж, в смысле, Саран. Танжоби, омедето. Вторикири де бёрсдэй парти шимашоука. У меня был недавно день рождения, пару дней назад. Так, это появление. Я, кажется, понял, реально. Это первая сценка, да? Капец, я даже не знал об этом. Спасибо за инфу. Море хорошая вещь. Имея столько денег, можно так повеселиться. И ты давай повеселись со мной. Я говорил, конечно, повеселиться на море, но ты чересчур веселишься. Хотя ты такой. И детям зато весело. Мама Сарен. Так, окей, ладно, тогда добью спокойно до четвертой и... Ой, не здесь. Ой, до восьмой, точнее. Спокойно глянуть можно будет в этой штуке тогда. Можно не париться, как говорится. А вот полноценные ролики уже посмотрим.
В любом случае, это не сегодня. А, так, сюда, сюда. О, кстати, их много. А, ну точно, здесь же на каждую. Ты правда... Вообще... Нет. Точнее, ну типа, в любой момент можешь веселиться. Я даже немного завидую. А, почему ты меня брызнул водой в меня? Не думай слишком много, просто поиграйся. Можно ли так говорить? Если я соберусь, то я буду со всей силы, ну, блин, веселиться. Так что возьми ответственность и, типа, ну, грубо говоря, составь компанию. Так, это был четвертый, да? Нет, стоп. Подождите, я что-то запутался. Да, это был третий, сейчас четвертый. Давненько я во все силы не играла и даже устала. Я завидую детям. И завидую детям, у которых типа энергия отбавляю, и такая поняла, о чем говорит, что типа как будто старая. Ей 17 напоминаю. Говорит, нет, у меня тоже еще энергии достаточно. Так, был четвертый. Антони носерарете, так сам асонжаттакедо. С тобой вместе мы так много играли. Иногда это неплохо. И дети позволили посмотреть на что-то новое. Благодарю тебя. Вместе с тобой и правда очень весело. Говорить другими словами меня немного смущает, но я... А, типа, ей вот эти слова, наоборот, смущают. Можно было как сказать по-другому, но типа она считает, что это должно быть сказано прямо. Ну, типа, благодарность. Насладились мы летом на полную. И детей порадовали. Ты, конечно, может быть, просто игрался вместе с нами, но... Благодаря тому, что ты такой, какой есть, дети могли расслабиться. И меня даже немножко утянули. Надеюсь, и в дальнейшем станешь хорошим партнером для игр с детьми. Если захочешь поиграть со мной, я буду только рада, не обращай внимания. Да, и правда, потому что, ну, типа... Там не такая большая разница. То есть лучше брать в гильдии у других по людей посильнее. Типа. Вторую Акина, например, иногда брать. Типа для одного. Ну, потому что персонаж довольно универсальный, типа. Удобно для двух физических билдов две Акина брать. Такс. Эти я сейчас просто скипну, чтобы поднять ей статы. А потом уже я посмотрю. Что, конечно, хотя бы для личного пользования уж точно гляну. Вижу, артики там неплохие есть. Пропускать такое не хочется.
Ну да, они их всегда меньше, по 4. Но все равно достаточно. Да, надо будет. Гильдия. Так, вот это, да, насколько я помню, КВшки, эти клановые боссы. Место покера, наверное. Такс. И здесь тоже поменять хочу. Full S слово, как говорится. И сюда тоже. Сейчас надо вспомнить, как это делать, правда. А, вот сюда, насколько я помню. Анта кё танжоби да ёне. А я, саки Чиэру ни ките. Суда, гузен кейки цукутте кита кара коре агеру ва. Я гузен да кедо. Понимаю. Ой, фак. Не, немножко не то сделал. Ну ладно. Найсо. Она тут без верхней части, да, видимо. Так, сыри. А, фак, я... японский. Вот сюда, да, первое. Танжоби омедето. Втори кири де бёрсдэй парти шимашо ка. Нанте не. Ну что ж, вот такой вот выпуск по выбиванию Сарану Джосама и не только. Хорошим выдался. Много чего хорошего упало. Ну и само собой самосар. Он получился, даже не пришлось тратить. Спарк немножко сэкономил. Но у меня еще запас приличный. Я не думаю, что мне на что-то может не хватить. Опять же, фестовые персонажи у меня есть все. Типа будет какая-нибудь там рейс следующая, условно. Я само собой ее тоже смогу выбить. А так даже не знаю, в ближайшее будущее будет ли какие-то сильные персонажи. Можно будет реально иногда выбивать чисто по фану, как я Куроя Кун выбивал, да, спортивно, просто потому что персонаж понравился. Короче, играть в настоящую гачу с девочками, а не как я задротить на победку. Вот. Так что, все тогда. Конец записи.